Всем привет! Вы смотрите семейные влоги Геленджик Лайф, и сегодня у нас последний день зимы официально, 28 февраля, и завтра у нас будет первый день весны. В Геленджике уже отличная солнечная погода, тепло на улице, люди уже ходят без головных уборов чаще всего, вот, и кое-где уже начинают набухать почки, и очень скоро у нас начнется цветение. Покажу сейчас вам вот такое вот, я, честно сказать, пока еще не знаю, что это за растение, загуглю попозже. Вообще все это липы. А вот это что такое, не скажете? А это кизил. Это кизил? Кизил. Ух ты. Да, он первый зацветает. Спасибо вам огромное, тебе буду знать. Это кизил. Стат кизил. Вы тебе помогли мне немножко разобраться. Слева у меня находится Потанова аллея, с правой стороны будет набережная. Сейчас мы туда выезжаем. Здесь барышни еще, они пока в зимних нарядах, их пока еще не наряжали весенними цветами. Вот, но мы двигаться будем в сторону набережной. Хочу посмотреть, какое сегодня у нас море. Море сегодня должно быть спокойным. Ветра нету. В общем, классно. Итак, нахожусь я сейчас на самом краю центрального причала, и здесь находится кафе. Музыка доносится оттуда. И здесь самое излюбленное место для рыбаков, это вот здесь. Очень здорово надо прийти сюда и посидеть просто вот на такой лесенке и немножко посмотреть вдаль, в сторону Турции. А здесь можно это сделать, можете взять с собой даже бинокли. Видел таких людей, которые приходят сюда и просто сидят, наблюдают, смотрят за городом, смотрят на новые построечки или просто вот туда, в сторону горизонта. Да-да, там где-то находится Турция, далеко до нее плыть. Ну, доплыть можно. Птичка. Птичка. Да, ты. На меня посмотри. Камера тебя снимает. Улыбайся. Молодец. Ай, молодца. Вот, на улице, конечно, классно сегодня. Очень тепло и замечательно. Вот, я сейчас буду направляться в сторону дома. Вот мой самокат. Шучу, конечно, это не мой самокат. Представляете, на нем погоду поеду. Вот мой стоит. А мы продолжаем гулять по весенней набережной Геленджика и хотим вам показать новое на набережной. Сейчас установили часы, которые отсчитывают время юбилея, когда Краснодарскому краю исполнится 80 лет. Представляете? Через 198 дней. 6 часов и 32 минуты будет 80 лет Краснодарскому краю. Я думаю, наверное, в этом году они сделают какое-нибудь массовое гуляние. И, может быть, не пожалеют и не поскупятся на организацию праздника. Я думаю, не поскупятся. Да, и пригласят какого-нибудь артиста, не огородив его ненужными трибунами. Да, чтобы все могли посмотреть. Чтобы все могли посмотреть и насладиться. Рядышком с этими часами также располагается афиша, и традиционно мы ее покажем. Ну, в принципе, сейчас февраль, показывать, да. Смысла нет. Один день остался, и тем более уже здесь. В общем, да, не актуально. Уже не актуально.
Погода сегодня теплая, завтра вообще обещают чуть ли не плюс 17, будем ждать. В Геленджик пришла весна, и Геленджик ждет людей, которые приедут сюда отдыхать. Да, и сегодня по информационной табличке аж 8 градусов температура моря. Вы представляете, 8 градусов. Было 5, 6, уже 8. Так что солнышко уже светит почти в полную силу. И находиться на улице в курточках бывает даже уже жарковато, да. Вот. Двигаться мы будем к дому. Да. Ребенок у нас сегодня занимается спортом. Да, Вадюх? Я хочу талмас кино Мадагаскар. Конечно, мы сделаем. Конечно. Пойдемте к дому. Везде здесь множество следов. Люди ходят. Я даже сейчас за вас поставлю след. Вот это за вас. Так что можно считать, что вы тоже на море побывали вместе с Геленджик Лайф. Море еще неспокойное, температура воды, напоминаю, что 8 градусов. Еще рукой так сделаю, чтобы вы тоже почувствовали прямо. Так вот, да? Вода холодная, действительно холодная. 8 градусов, конечно, но я не могу определить, что тут прям 8. Может, поменьше. Но то, что вода очень чистая и очень хочется искупаться, это как бы на самом деле так и есть. Нахожусь я на городском пляже. Обычно вон там мы кроем птичек. Сейчас их там большое множество. А здесь тихо, спокойно, здесь никого нету. Никто не плавает. Насколько можно близко подвести к белке камеру? Белочка, повернись ко мне, пожалуйста, передом. Она испугалась. Сзади к ней еще никто не подходил так близко. Есть тебе что-нибудь? Орешки там, не знаю. Конечно, всегда с собой. Итак, друзья, нами была проведена очень большая работа по жилым районам города Геленджика. Чем дальше мы углублялись в эту тему, тем понимали, что еще работы очень много. И впереди вас это все ждет. Еще 2/3 мы выложим, и вы двинуться не успеете, как мы расскажем про весь Геленджик. Плюсы его и минусы каждого из районов. Будете учитывать, да, много информации. Но к нам сейчас поступает очень большое количество писем, обращений от людей, которые просят помочь с выбором квартиры, района. Да, поделиться с застройщиком, чуть ли не вплоть до того, чтобы посмотреть документы, которые будут предоставлены, и выбрать школу, и детский садик, и провести консультацию, прогуляться по районам, то есть все. Но смотрите, канал и так занимает довольно большое количество времени нашей жизни. Вот. Мы это делаем совершенно бесплатно, не прося ничего взамен. Но все вопросы, которые относятся уже больше к коммерческим предложениям и будут затрагивать уже наше личное время, они рассматриваются в индивидуальном порядке и, разумеется, имеют свою цену. Так что, если какие-то вопросы есть, и если вы готовы как-то компенсировать наше затраченное на консультацию, на проверку документов время, то можете обращаться через ВК к нам. Ну или через другие сети, да, через Facebook, другие Одноклассники, ВК и так далее. Также мы проводим заказные репортажи, все, что хотите, мы можем снять без проблем. Вообще без проблем. Мы все можем снять. Вообще все можем сделать. Да, мы можем все сделать. Да. То есть, как бы, ну, обращайтесь. У нас здесь поле не пахано и работы очень много, поэтому мы беремся за любую работу. Да, но опять же за определенную цену. То есть у нас есть свое видение нашего канала. Мы показываем то, что интересно вам, то, что интересно нам. И какие-то, если есть репортажи, которые вы хотите бы увидеть, я не знаю, что мы куда-то съездили, это уже больше относится за пределами проекта нашего канала и рассматривается, опять же, в индивидуальном порядке. Я вам подскажу. Либо просто ждите. Ждите, мы обязательно снимем. Когда-нибудь обязательно снимем все, что вы просите. Ну,
Друзья, в завершении нашего выпуска весеннего, с весенним отличным настроением, солнечным, мы хотем показать вам закат. Солнышко прощается с вами, и мы с вами. До следующего влога. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на наше новое видео. И опять шапочки. И спасибо за внимание. Всем пока. Спасибо, что вы с нами. Пока. Скоро-скоро вы опять нас увидите. Осталось прямо на наших глазах. Заходит солнышко. Как же быстро оно исчезло из нашего поля зрения. Сейчас погасит свет.